очередная посылка из Китая. Это водонепроницаемый корпус для камеры SGCam, в частности модель SG4000 Wi-Fi. Сейчас посмотрим. Обычно такие камеры используются для установки на мотоциклы, велосипеды. Она не является водонепроницаемой в прямом смысле слова, а служит только для защиты от брызг. Это неполноценная водозащита. Представляет из себя, соответственно, такой корпус с аксессуарами. Коробочка немножко помятая, особенности отечественной почты. И сейчас посмотрим содержимое. Содержимое представляет из себя следующее. Вот эта крышка, она обладает отверстиями с боков и служит для того, чтобы улучшить качество звука. Поскольку, когда корпус герметичен, звук очень плохо проникает сквозь герметичную крышку, поэтому запись получается достаточно плохой. Здесь, кстати, какое-то углубление. Однако я не вижу, чтобы что-то в нее вкладывалось. Но до этого доберемся. И, собственно говоря, следующая комплектация. Сейчас мы посмотрим повнимательнее. Это мы видим зарядное устройство, USB и вот такая вот водозащищенная крышка со специальным контактом. Здесь металлическая накладка, которая служит для того, чтобы уплотнить вот эти резиновые прокладки, которые вставляются вот в этот разъем пластиковый. Этот пластиковый разъем, в свою очередь, накручивается уже на сам бокс. Вот, собственно говоря, мы видим сам бокс. Мы сейчас его откроем. Он, в принципе, ничем не отличается от того бокса, который идет в штатной комплектации. Все те же самые кнопки, то же самое крепление винтовое. И вот здесь мы видим отдельно винты. Сейчас мы их открутим. Винты, собственно говоря, куда устанавливается у нас переходник. Кстати, переходник имеет резиновое уплотнение по контуру. И плюс еще должны быть дополнительные винты. Здесь же мы видим зарядное устройство, на котором написано, что входное напряжение 12-24 вольта, а выходное 5 вольт 1 ампер. То есть это устройство имеет с одной стороны разъем microUSB, с другой стороны, собственно говоря, такой же разъем, тоже с влагозащищенной крышкой. А также видим разъем гнезда прикуривателя для установки, например, к автомобилю. Данный набор очень хорошо подходит для автомобилистов, поскольку можно будет использовать такую камеру в качестве видеорегистратора, поскольку SGCam практически всех моделей позволяет писать в режиме видеорегистратора, когда перезатирается самый старый файл более новым. И также можно установить, скажем, на мотоцикл, как представлено вот на рисунке, собственно говоря, ну, либо на велосипед, используя, скажем, Powerbank и вот комплект вот этих переходничков. Посылка шла 29 дней, месяц. Немножко отличаются от оригинального корпуса сами клавиши. Они более эстетично выглядят и менее выпукло относительно корпуса камеры, чем на оригинале. Также здесь присутствует резиновое уплотнительное кольцо, также черные резиновые демпферы, которые удерживают камеру достаточно прочно внутри корпуса, защитная пленка на стекле. Вот, в принципе, все. Вот такое вот устройство. Корпус для SGCam'а. Ну, по всей видимости, подойдет и под SGCam 5000, ну и под другие модели такого же форм-фактора.